7 сентября в первой школе прошла демонстрация развернутого видеоинтервью победителей конкурса «Юные педагоги» проекта «Школы Росатома», который проходил в школах Десногорска в 2017 году. На встречу со старшеклассниками пригласили героиню видеофильма учителя русского языка Наталью Лесную, авторов интервью Никиту Кукина, Дарью Козлову и их руководителя Ольгу Кузьмичеву. Ребята рассказывали, как они работали над фильмом-портретом о педагоге, который отдал профессии всю свою жизнь. Делились опытом, давали советы и призывали быть активными, иметь цель, стремиться к ней и побеждать. За свою работу участники конкурса получили награду – поездку во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Поэтому большую часть времени ребята рассказывали об этой поездке, жизни в центре и делились впечатлениями. И, похоже, у них появились единомышленники. У меня есть небольшой творческий потенциал, который бы я хотел воплотить в жизнь и реализовать. И сегодня показанное нам видео от Росатома меня на это сподвигло. Я хотел бы участвовать в дальнейшем в этих конкурсах. Проекты «Росатома» для школьников помогают не только развитию интеллектуального уровня, выявлению талантов, но и формируют у юных россиян понятие гражданской ответственности и долга.